В эти дни в Татарстане гостит делегация посольства Норвегии в России. Цели у дипломатов Северного Королевства довольно амбициозные. Наладить с республикой сотрудничество по целому спектру направлений. Одно из них – образование и наука. И здесь у Норвегии и Татарстана уже есть небольшие достижения. Около 5 лет с норвежскими вузами сотрудничает Казанский федеральный. И за это время удалось даже реализовать несколько совместных проектов. Поэтому в посольстве Норвегии рассматривают КФУ в качестве весьма и весьма перспективного партнера. У меня сложилось впечатление, что это сотрудничество все время растет. Значит, и мы поэтапно двигаемся. Значит, давно сотрудничаем в Москве, в Петербурге, в Архангельске, в Мурманске. А теперь искаем новых партнеров. Мы здесь, потому что мы знаем, что наш университет один из сильнейших в России. С нашей стороны, в принципе, интересно найти возможности сотрудничать. Обе стороны прекрасно понимают, что о полноценном двустороннем обмене студентами пока говорить рано. Здесь еще очень много вопросов и трудностей, которые только начинают решаться. Одним из способов их решения, кстати, должно стать сотрудничество в науке. Именно на ученых возложена миссия прорубить окно и наладить научную мобильность. Александр Александров, Роман Самарин, Универньюз.